Да. Наверное, я не знаю, традиционно Вриндаван пробовал, давайте вы. Харе Кришна, Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные. Вот, должен сказать, что вы, Махарадж, пошли страшным путем. Знаете же, помяни черта, и он тут как тут. У меня есть два вопроса. Это наша с вами раса. Вот один вопрос, это вот эта история с Чамадкарой, с изумлением Нанды Махараджа, ее описал Кави Карнапур, да, где он ее описал? Или нет, это... нет, это Шрила Рупа Госвами приводит стих, я не помню сейчас имя этого поэта, Умапатидара. Умапатидара этого поэта зовут, из-под дьяволи. Рупа Госвами. Это из-под дьяволи. И второй вопрос. Вот вы упомянули, что для того, чтобы преданный был огражден от возделения и других качеств, ему нужно испытывать расу, духовную расу. Вот. И мой вопрос заключается... Должен ли преданный испытывать духовную расу как участник событий, участник расы, или он может испытывать эту расу как свидетель, как наблюдающий? Тавакатхамритам таптадживанам кавивиридитам калмасапахам сраванамангалам сримадататам бувигринантие буридаджанаха. Я об этом в прошлый раз говорил, что наш доступ расы заключается в том, что мы читаем Шримад-Бхагаватам, мы служим божествам, мы приезжаем в Святую Даму, и мы получаем небольшой доступ красе или какой-то проблеск красы. И это еще не сама раса, но тень расы, но даже эта тень расы может вытеснить из нашего сердца вожделение, гнев, жадность, иллюзию. Вот мы вначале мы просто слышим о том, как Кришна и его преданные любят друг друга. И когда мы слышим об этой любви, когда мы действительно слышим, когда до нас доходит, как они любят друг друга, на что они готовы друг ради друга, как они страдают в разлуке друг с другом, и как они радуются при встрече друг с другом, то тогда мы чувствуем отблеск их расы. Или когда мы читаем эти стихи, собранные Шрилы Рупы Госвами в подьяволе. Вот. Мы прочитали этот стих, и какой-то отблеск. У нас появилось изумление изумлением. Так? Нанда Махарадж изумился, Кришна проявил чудо, Нанда Махарадж изумлился, Умапатидара, чистый преданный, в своей медитации увидел эту сцену, увидел изумление Нанды Махараджа и изумился его изумлением. А мы услышали эту историю про то, как который описал Умапатидара, и мы изумляемся его изумлением. И таким образом мы получаем по парампаре какое-то подобие расы, или какое-то ощущение расы, или какой-то опыт расы. Вот. И да, когда преданные просто тут наблюдают за всем этим, они в полном восторге. Спасибо, Махарадж. Харе Кришна.